тело, сердце твои соловьи березы, просторы бескрайние, первые майские грозы, снегами своими, как прежде, мне душу согреешь, и примешь всегда, и простишь, и предать не сумеешь. Вы не верьте, если скажут вдруг, что настало. Ты тысячу раз возрождалась из пепла, но снова не став на колени, жила ты и пепла. Как часто вздохнуть ты свободы хоть каплю мечтала, для всех ты надеждой, любовью и верою стала. Вы не верьте, если скажут вдруг, что настали. Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на гала-концерте 8-го международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Путь к звездам». Good evening, dear friends! We are pleased to welcome you at the gala concert of the 8th International Contest of Young Performers «The Way to the Stars». Давайте поприветствуем наших участников. Let me introduce our participants. Алёховщина, Россия. Бухарест, Румыния. Валетта, Мальта. Ленинград, Болгария. Вильнюс, Литва.
Волгоград, Россия! Елгава, Латвия! Иваново, Россия! Каунас, Литва! Кишинев, Молдова! Козьмодемьянск, Россия! Лисаковск, Казахстан! Москва, Россия! Аланец, Россия! Петрич, Болгария! Пярну, Эстония! Сея, Португалия! Синявино, Россия! Старая Русса, Россия! Суоярви, Россия! Таллин, Эстония! Челябинск, Россия! Сербия, Италия. Шумен, Болгария. Санкт-Петербург, Россия. Давайте еще раз поаплодируем нашим героям. А все участники отправляются за кулисы, готовятся к своим выступлениям. И первая перед нами выступит Изабель Батезату. Бухарест, Румыния.
Она исполнит песню «Городин Молдова нех». Встречаем! Варфоломеева, Таллин, Эстония, исполнит «Одна калина». Сумно, сумно.
Дякую. Анна Заболотникова, Синявина, Россия, исполнит «Stand up for love». Child that reaches out for someone to hold, for one moment they become my own. And how can I pretend that I don't know what's going on when every second Ансамбль «Академия звука». Козьмодемьянск, Россия, исполнит «Ой, со вечера».
лопать. Он более становится, стал девушку поджидать. Ума разума пытать. Ты скажи, скажи, девица, скажи, душенька моя, скажи, душенька моя, с каких пор любишь меня? Карина Павлова, Алёховщина, Россия. Птица. Я не могу остановиться.
Инес Гарсия, Сея, Португалия, исполнит «Listen». Listen to the song here in my heart, a melody I start but can't complete. Listen to the sound from deep within, it's only beginning to find. Алиса Власова, Суоярви, Россия. Все видят сны. Все в мире ночью видят сны под светлым заревом луны. Дорогам снится нежный свет, цветам аллеющий рассвет. А яблоня весна, и птицам в небе облака. Ночью в царстве луны, на планете все видят сны. Корабль вода, ночью в царстве луны,
Анхелика Пач, Валетта, Мальта, Breathing Underwater. It's a miracle I'm here. I guess you could call me spiritual, 'cause physical is fear. And it's safe to say the storm's gone away, and I'm dancing on the morning after. I love to stay, but my home's the other way, and I miss the love and laughter. Something like flying, hard to describe it. My God, I'm breathing underwater. Something like freedom, freedom. Анастасия Федотова, Елгава, Латвия. Снег в степи. Потешился февраль оголтелый, а потех его с ума не сойти. Жизнь моя камнем скручи, а чего сама понять не могу.
утешился февраль оголтелый, от потех его с ума не сойти. Король Анук, Пярну, Естонія, Карма. Карина Чернякова, Аланец, Россия. It is the way it is. Uphill climb,
and I'm feeling sorry, but I know it will come to you, yeah. Don't surrender, cause you can win in this deep cold love. When you want it the most, where's no easy way out? When you're ready to go and your heart's left enough, don't give up on your faith. Love comes to us to believe it, and that's the way it is. When you question me for a simple answer, I don't know what to say, no. But it's plain to see, if you're stuck together, you're gonna find a way, yeah. So don't surrender, cause you can win in this thing called love. When you want it the most, where's no easy way out? When you're ready to go and your heart's left enough, don't give up on your faith. Love comes to us to believe it, and that's the way it is. That's the way it is. The love is empty with no tomorrow, and loneliness starts to come. Baby, don't worry, forget your sorrow, cause love's gonna conquer it all. Oh, when you want it the most, where's no easy way out? When you're ready to go and your heart's left enough, don't give up on your faith. Love comes to us who believe it, and that's the way. Диана Матвеева, Санкт-Петербург, Россия. Шинкай Нокудоку. Одиночество глубокого моря. Сагашите мадоу унапара сасанами.
Елизавета Постоева, Волгоград, Россия. Клоун. На сцене гость конкурса, наш большой друг и талантливая девушка, которая начала свой творческий путь с наших фестивалей. Встречайте, солистка оркестра Мариинского театра Светлана Петрова. Thank you.
Ксения Рыжкова, Козьмодемьянск, Россия. Любовь настала. Александра Коробешкина, Челябинск, Россия. Помилуй меня. Buried all my loneliness. I'm forsaken, never seen. Living fragments of a man so broken. I could tell you what I've got. Or should I tell you that I won't roll? Stronger by the day. Hello.
see only peace. Mother Mary, full of grace, in my weakness I'm lost faith. When I call, I get down up and fall, and the devil inside me is cold. What you never missed that I have scored. Oh Lord, have mercy on my soul, for I have won the sinful road. So I'm gonna get down on my knees, never give this to him, set me free. Oh Lord, have mercy on me, please. Oh. Николета Сачкова, Белинград, Болгария. Love runs out. I'll be your light to match your burning sun. I'll be the bright in black that's making you run. And I feel alright, and I feel alright, 'cause I'll work it out, yeah, I'll work it out. I'll be so envious if you ever down, till the love and doubt, till the love and doubt. I'll be your guy. Like one, and I feel alright, feel
Мария Гогушева, Петрич, Болгария. С верой, надеждой и любовью. Анастасия Сисаури, Иваново, Россия. Путь. Одинокая звезда в небесах тебе манит, уставшая душа с каждым днем сильней болит. День прожить, чтобы опять ночью просто не уснуть. Больше нечего терять, вдруг поняв простую суть. Ты
слышишь голоса. Потерпи еще чуть-чуть, мы тебе укажем путь. Потерпи еще чуть-чуть, мы тебе укажем. Тяжело идти, над тобою глубина, ярким светом впереди превращается в полет. Если светил ты и чист, ты тянешь руки в небеса. Ты вдруг услышишь голоса. Потерпи еще. Регина Архипова, Москва, Россия. Yesterday. Like, I finally find the strength to say goodbye.
Вайва Адемайтите, Каунас, Литва, ФУ. Oh, you broke my heart. I told you I was weak for love, but then you went around and did what you wanted to do. And now I'm crying, crying. Ooh, it seemed like everything was going fine. I found the love that was sure was gonna last. Then I accidentally saw a few things in your cell. I even LOL, man, I should've known. Why are you doing what you do? You might as well tell the honest truth. See, I'm not really down with this. This ain't no texting bliss. You know I got no beans, but it is what it is. I don't really have much to say. I was over till the second last time. What makes you think I'd stick around? I'm not as stupid as you sound, and you sound really dumb right now. From A to Z, oh yeah. Got a lot of nasty things going up in my head, but none of them are worth my time. You don't even worth this rhyme, and I don't give a flying. I don't really have much to say. Кристина Карелина, Санкт-Петербург, Россия. Writings on the Wall. When you're not here, I'm suffocating.
matter. Know that I won't be afraid. If I risk it all, could you break my fall? How do I live? How do I breathe when you're not here? I'm suffocating. I want to feel your love run through my blood. Группа «Цитрус», Челябинск, Россия. Big time. Кишинев, Молдова, мадемуазель Шанте Блюз.
Une âme qui lève des gosses au fond de HLM. Une âme qui roule la bosse du bras sur la nocrine. Une âme qui fond la race du côté d'Angoulême. Une âme même qui mule dans le rue à votre rang du banderole. Y'en a qui offrent plus des choix, les sex-symboles. Y'en a qui vont l'amour au fond de leur bagnole. Mademoiselle chante plus. Ce n'est pas que j'ai lu. Mademoiselle boit du rouge. Mademoiselle chante plus. Des joies, les sex-symboles. Y'en a qui font l'amour du monde et des symboles. Y'en a qui font l'amour du côté d'Aguilhem et de l'Ambem. Qui font du cinéma qu'on appelle Marilyn. Ma Marilyn Dubois sera jamais leur machine. Pour pas quoi qu'un talent, c'est tout ce qu'on s'imagine. Mademoiselle, je ne te plus. Soyez pas trop jaloux, mademoiselle veut du rouge. Mademoiselle chante plus. Et là tu gospel là, dans la voix qu'elle est croix. Mademoiselle veut du rouge. Mademoiselle chante plus. Mademoiselle chante plus. La blue. Merci beaucoup. Dall'olio Sara. Червя, Италия, Dimenticarmi di te, забыть о Good evening. C'è che cosa ho, da tempo tu mi manchi un po', è troppo presto per dire è lo stesso, ho ancora il tuo profumo addosso, io vivevo di ricordi adesso, vorrei solo te, rifiutare. Yeah.
della gente, qui dentro il cuore e nella mente. Dimenticarmi di te. Габриэла Ждановичуте, Каунас, Литва, Blue Skies. Гаухар Рустем Кызы, Лисаковск, Казахстан, Изин Корем.
da olurlar tırnağı talay talay zırlar şirken analarım taral taral tarih bov sülüdü sonav sonav asırlarda babalarım kuzudu baspanga aynalı dastanga yüzülgündü mağa solar bolar zamanın örnekü köktem bir Sab ötken şalavlarım Şürügüm diril diril deydi Diril deydi Diril diril deydi Kımra önü kümürlüydü Şürügüm ben birge Mendelik ruhu tırı deydi Tırı deydi Tırı tırı deydi Şekinde hep özerge Aynalı pırşım bakıge Özüm görüm, özüm görüm Babalarım salıp yetken Özüm görüm Ансамбль Эллинс Групп, Челябинск, Россия, Бен-Бен. Stop.
oh, oh. Deep in the grotto, winning the lottery, dipping about the blue fog. Shop, ship, so good, this dripping out, look, it's right, and she's not good. Go, bet my robot in bang, bang, dog, queen, Nicky Dominant, Dominant. Jesse and Ari, if they test me, they're sorry. Ride this up like a Harley, then pull up in this Ferrari. Banger, we banging, boom, banger, he's slanger. Having karaoke night, but in the mic, as he's saying, to the A, to the A, to the N, to the G, to the baby. Hey, see anybody could be bad to you. You need the bad, gonna blow your mind. Bang, bang into the room. I know you wanna bang, bang all over you. I'll let you have. Wait a minute, let me take you back. Uh-huh, wait a minute, turn it off. Hey, bang, bang, bang of the heart. I know you wanna bang, bang. Оглашение протокола заседания жюри. Слово предоставляется председателю жюри Татьяне Томашевской.
Дорогие друзья, дорогие гости, родители, преподаватели, коротко поздравляю вас с большим сегодня праздником, потому что каждый наш новый конкурс оказывается все выше и выше и выше. Я даже не знаю, как вас уже дальше судить, потому что сегодня, в принципе, все победители, побежденных нет. Я вас поздравляю, желаю вам большого творческого пути. А если у кого с музыкой не сложится, не переживайте, все равно это никуда не пропадет. Я вам об этом всегда говорю. Но сегодня вы доставили колоссальное удовольствие, кто вас слушал, и сами были в среде в такой, где можно было многому-многому научиться. Еще раз поздравляю вас с победой. Жюри, прослушав конкурсантов, постановило: в номинации «Вокальный ансамбль» звание дипломанта третьей степени получают дуэт Ванелин Каленов и Николета Сачкова, город Велиград, Болгария, руководитель Ярдана Казалиева. Звание дипломанта второй степени получают дуэт Карина Чернякова и Кирилл Комаров, город Олонец, Россия, руководитель Ольга Чернякова. Звание дипломанта первой степени получают образцовый вокальный ансамбль «Кантабили», город Синявино, Россия, руководитель Ирина Заболотникова. Звание лауреата третьей степени получает ансамбль Академии звука, город Космодемьянск, Россия, руководитель Светлана Громова. Звание лауреата второй степени получает группа «Цитрус», город Челябинск, Россия, руководитель Елена Коробешкина. Звание лауреата первой степени получает вокальный ансамбль «Эллинс Гроув», город Челябинск, Россия, руководитель Елена Коробешкина. И, как у нас заведено, ансамбль получает приз, диплом, а руководитель получает денежную премию. В номинации «Солисты. Младшая группа». Звание дипломанта третьей степени получают Екатерина Зорина, город Олонец, Россия, руководитель Ольга Чернякова. Анна Богданова, город Олонец, Россия, руководитель Вера Гурова. Николь Фельдман, город Таллин, Эстония, руководитель Марина Мартинсон-Кранц. Антуанетта Ангелова, город Шумен, Болгария, руководитель Галина Атанасова-Георгиева. А также Антуанетта получает специальный приз. Алина Мельник, город Суоярви, Россия, руководитель Ирина Комякович. А также Алина получает специальный приз. Мари Николь Варфоломеева, город Таллин, Эстония, руководитель Марина Мартинсон-Кран.
И также Марина Николь вручается специальный приз и приглашение на конкурс в Болгарию. Полина Сепова, город Олонец, Россия, руководитель Ольга Чернякова, а также Алина получает специальный приз. Кирилл Комаров, город Олонец, Россия, руководитель Ольга Чернякова, а также Кириллу вручается приглашение на конкурс в Болгарию. Звание дипломанта второй степени получают Анастасия Федотова, город Пилгава, Латвия, руководитель Виола Нинковска. Также Анастасия вручается приглашение на конкурс в Болгарию. Влада Солодянкина, город Суоярви, Россия, руководитель Ирина Комякович. Алиса Власова, Суоярви, Россия, руководитель Ирина Комякович. Это были дипломанты второй степени. Теперь звание дипломанта первой степени получают Дарья Петрова, город Олонец, Россия, руководитель Ольга Чернякова. Елизавета Постоева, город Волгоград, Россия, руководитель Ольга Ильичева. Также Елизавета получает приглашение на конкурс в Болгарию. Инес Гарсия, город Сея, Португалия, руководитель Кристина Лорейра. Ванелин Каленов, город Белград, Болгария, руководитель Ярданка Казалиева. Карина Чернякова, город Олонец, Россия, руководитель Ольга Чернякова. Звание лауреата третьей степени получает Анхелика Пач, город Валетта, Мальта, руководитель Присцилла Джорджана Псайла. Звание лауреата второй степени получает Анастасия Сисаури, город Иваново, Россия, руководитель Ольга Степанова. Также Анастасии вручается приглашение на конкурс в Болгарию. Карина Павлова, Алеховщина, Ленинградская область, Россия, руководитель Екатерина Амосова. Карине вручается приглашение на конкурс в Болгарию. Звание лауреата первой степени получает Анна Заболотникова, город Синявино, Россия, руководитель Ирина Заболотникова. Также Анне вручается приглашение на конкурс в Болгарию. Габриэла Джановичуте, город Каунас, Литва, руководитель Ниоли Мацикайте. Габриэле вручается приглашение на конкурс в Болгарию. В номинации «Солисты. Средняя группа» звание дипломанта третьей степени получают Ольга Круглова, город Суоярви, Россия, руководитель Ирина Комякович. Анастасия Сухорукова, город Суоярви, Россия, руководитель Ирина Комякович. Изабель Батазату, город Бухарест, Румыния, руководитель Кристиан Оливей. Также Изабель получает специальный приз. Ольга Львова,
город Космодемьянск, Россия. Руководитель Светлана Громова. Анастасия Мигунова, город Космодемьянск, Россия. Руководитель Светлана Громова. Также Анастасия получает специальный приз. Звание дипломанта второй степени получают Ксения Фефилова, город Санкт-Петербург, Россия, руководитель Ирина Савенкова. Яна Юрченкова, город Пярну, Эстония, руководитель Анни Усна. Звание дипломанта первой степени получают Екатерина Кулешова, город Челябинск, Россия, руководитель Елена Коробешкина. Лина Бергман, город Пярну, Эстония, руководитель Анни Усна. Звание лауреата третьей степени получает Николета Сачкова, город Велиград, Болгария, руководитель Ярданка Казалиева. Диана Матвеева, город Санкт-Петербург, Россия, руководитель Ирина Савенкова. Звание лауреата второй степени получает Кароль Анук, город Пярну, Эстония, руководитель Анни Усна. Звание лауреата первой степени получает Александра Коробешкина, город Челябинск, руководитель Елена Коробешкина. Ксения Рыжкова, город Космодемьянск, Россия, руководитель Светлана Громова. Мария Гогушева, город Петрич, Болгария, руководитель Таня Точева. Номинации «Солисты. Старшая группа». Звание дипломанта первой степени получает Герт Генталин, город Пярну, Эстония, руководитель Анни Усна. Я сказала, что это будущий Георг Отц. Кристина Галахова, город Санкт-Петербург, руководитель Ирина Савенкова. Звание лауреата третьей степени. Я не сказала, получают. Кристина Галахова, Санкт-Петербург. Вон она бежит. О. Екатерина Гильман, город Санкт-Петербург, Россия, руководитель Ирина Савенкова. Кристина Карелина, город Санкт-Петербург, Россия, руководитель Ирина Савенкова.
звание лауреата второй степени получает Сара Даль Олио, город Червия, Италия, руководитель Джиуа Далмасо. Регина Архипова, город Москва, Россия, руководитель Екатерина Кириллова. Звание лауреата первой степени получают Вайва Адамайтите, город Каунас, Литва, руководитель Ниоли Мацикайте. Михаэла Ротару, город Кишинев, Молдова, руководитель Раиса Бернас. И по единодушному голосованию и мнению звание Гран-при присваивается Гаухар Рустем Кызы, город Лисаков, Казахстан, руководитель Альмагул Нуртазина. Как видите, сплошные бриллианты, лауреаты, дипломанты. И, в общем-то, это действительно наши, наверное, будущие эстрады и педагоги. И, в общем, это очень культурная, вокальная группа людей сегодня была просто потрясающая. Еще раз вас поздравляю, педагогов особенно, родителей еще более особенно. Всем большое спасибо, всем здоровья, успехов! Поутру звезда проснулась, людям с неба улыбнулась, засверкала с высоты. И восторгом переполнен, стал весь мир вокруг наполнен светом утренней звезды. Пусть зажигаются звезды, маленькие и большие, новые яркие звезды, пусть светят вам с высоты. Будем сегодня вместе, разные, но не чужие. И полетят наши песни вдаль от звезды до звезды. Загорятся ярким светом и распустятся букетом сотни звездочек вокруг. Вместе не бывает плохо, не бывает одиноко, потому что рядом. Маленькие и большие, новые яркие звезды, пусть светят вам с высоты. Будем сегодня вместе, разные, но не чужие, и полетят наши песни вдаль от звезды до звезды. Зажигаются звезды, маленькие и большие, новые яркие звезды, пусть светят вам с высоты. Будем сегодня вместе, разные, но не чужие, и полетят наши песни вдаль от звезды до звезды. Пусть зажигаются звезды,
Боренька, там у тебя по сценарию перед песней еще приглашение на другие конкурсы стоит. Посмотри внимательно. Теперь мы их перенесем сюда. Я приглашаю директоров конкурсов подойти к микрофону. Сейчас еще будут приглашения. Это еще праздник не закончился. Good afternoon to everybody. Добрый вечер всем. I bring from Portugal my greetings to everyone here. От Португалии я передаю вам всем привет. Thank you, спасибо. I want to tell you only that we have in Portugal a festival not so good like this one, but also very good. Я хочу сказать, что мы в Португалии тоже имеем фестиваль, но не такой хороший, как здесь, но тоже фестиваль. I want to tell to everybody who is interested in participate, please speak with me after this gala, please. Я хочу попросить вас, кого интересует участие на фестивале в Португалии, после этого вечера поговорить с ним конкретно. Thank you very much. Спасибо. Уважаемые зрители, уважаемые родители, от сърце благодаря на Ирина и на Сергей за доверието, което оказаха към нашата школа, към мен като ръководител, да присъстваме на този прекрасен конкурс. Дорогие друзья, спасибо большое. Казвай. Спасибо большое на жюри, спасибо большое на Сергей и Ирина за доверие и за то, что они пригласили нам на этот прекрасный конкурс. Я приглашаю принять участие в 8-м международном фестивале молодых исполнителей популярной музыки «Радуга над Клептуза» Болгарии, город Велинград, от 13 до 17 июля 2017 года. Группа «Кантабиле». А то е дуэта. Благодаря, желаю вам много успех. Спасибо. Малта, Анжелика. Анжелика Пач. Эленс Групп. Много ви благодаря, бъдете живи и здрави. Они поняли. Карина Черникова. Габриэла. Заповядай. Группа Цитрус. Ксения. Ксения Филофова. Ксения. Хубаво исполнение. Очень хорошее исполнение было твое. Песента за Санкт-Петербург. Ние желаем да я направим в Белинград. Искам да ни я донесете, да ни я дадек. Заповядай. Мы хотим вы подарите эту песню. Академия звук. Заповядайте. Сара. Италия. Сара Далолио. Михаела. Михаела от Букурещ, от Молдова. И Гуахар. Казви. Тя една Гуахар, заповядай. Извинявам се, има още една покана за момиченцето от Португалия. Просто сбърках надписа и ще я донеса след това. Благодаря ви.
Tere õhtust kõigile. Mina räägin eesti keeles. Svajom ja sõke. Ma tahan kõigepealt tänada ilusa korralduse eest Peterburi ja Samenkovi koos tema meeskonnaga. Soovida kõigile osavõtjatele kõrget lendu. Мы хотим выразить вам всем большое спасибо участникам, всему коллективу, Сергею Вячеславовичу за организацию этого мероприятия и успехов, конечно. Pärnus toimuvad igal aastal konkurs Kuldlehekene, aga konkurs toimub üle aasta ja üle aasta ka festival. Sellel aastal toimub festival, kuhu me tahame kutsuda järgmisi osavõtjaid. В этом году у нас в Эстонии, в Пärnu, будет проходить международный фестиваль «Золотой листочек» Kuldleheke. В следующем году, в сентябре месяце, будет уже конкурс. И мы желаем всем вам всего доброго и приглашаем на наш фестиваль и конкурсы Габриэла Жданавичуте. Инес Гарсия. Ансамбль Кантабеле. Следующее будет Гаухар Растемкызы. Мария Гагушева. Изабель Ботезату. Мне остается только сказать до свидания. 8-й конкурс. И давайте готовиться к 9-му, к следующему. Через 2 года здесь же, на этой же сцене. Супер!